Меня нормально слышно, все нормально, отлично, в общем. Да, сейчас уже зрители, добро пожаловать на вот такие точные гоночки. Вот, их суть заключается в том, что как бы есть два претендента, Демига и его жена, чисто сегодня, и Виктор. Вот, Игорь на красной машине, Виктор на синий. Ладно, давайте начинать, в общем. Думаю, все знают, кто надо ехать. Ладно, начинаем. У меня сегодня новый спидометр. А, не. Я извиняюсь, это немножко не то, что я хотел сделать. Так вот. Короче, здесь сидит Виктор с своей женой в красной. Вот этой машинке сидит тоже Игорь с своей женой. Ладно. Давайте. Так, смотрите, суть в том, суть всего дела в том, что нам желательно добраться первыми. Вот. А скорость такой машинки достигает 80 км в час. Это что-то такое польское, финское, что-то такое. Вот. Вот, багажник спереди, двигатель сзади. Очень легко заваливается, кстати. Так что надо быть очень осторожными. Вот. У меня, если что, новый вот этот вот. Новый спидометр. Так, а где он есть, Виктор? А, не, он едет почему-то. Виктор едет, но почему-то едет медленно. А, он 30 км в час едет. Боится разбиться, ну ладно, нам... Ой-ой-ой, нам тоже не стоит так-то быстро ехать, потому что это очень чревато последствиями. Твою мать. Стоит еще заметить то, что в этой машинке нет ремней безопасности. И кажется, может любую секунду тупо вылететь из машины. Тупо взять, на полпути вылететь из машины. Ой-ой. Ладно, давайте мы с вами подождем Виктора, потому что он как бы... Я хотя бы почему, но он даже медленнее. Он гораздо медленнее, чем я. У него 55 км в час едет, слушайте. Если он мне сейчас в задницу ударится, то он мне повредит двигатель, потому что двигатель как у запора сзади. Твою мать, он там со своей женой едет. Так, самое главное не завалиться. Чтобы не завалиться, надо держать скорость. Ой, он прям нагоняет меня. Твою мать, 50-60 км в час. Вот я так понимал, что это вот этот вот мой номер, новый спидометр, он только показывает приблизительную скорость. Господи. Не заносит. Так. Жена Игоря что-то там ищет в порточке. Твою мать, 70 км в час. 70, чтобы вы понимали, мы сейчас едем. Твою мать, я сейчас Все. Поздаться, короче. Как можете видеть. Так. Виктор где-то едет. Все, в общем, жена Игоря вылетает из машины. Ну и Игорь остается... Не, Игорь тоже вылетает из машины. Все, это пиздец. Это да, феерично, жена и вылетает, конечно. Игорь пытается уцепиться за корпус машинки. Короче, жена уже окончательно его улетает. Все, жена его приземляется. Ба-бах. Твою мать, да уйти. А, ладно. Чтобы вы понимали, я еще могу ехать. Твою мать, Витя, тормози. А тут Игорь. Да, это Игорь, наверное. Не, да, это Игорь, это уже точно. Жена его там где-то. Ладно, давайте посмотрим тупо. Бабах! Бебей, Игорь прям внутрь летает. Бабах, все разлетается. О май гад, Витя привернулся. Ну конечно да, это вот прям жестко. Так. Это объехать Виктора, чтобы он нас как бы не подрезал. Да, вот, отлично, в общем. Все отлично.
А! Не, все нормально, все нормально. Там Виктор что-то заваливаться начал. Ну, все нормально. Короче, мы летим. Чнегер летит приблизительно 60 км в час. Для такой машинки это уже дикая скорость. На такой скорости очень легко на ней завалиться, чтобы вы знали. Так. Мы уже примерно в 100 метрах от Виктора. Вот. Главное, как в прошлый раз не размотаться, потому что это печально. Так, жена Игоря, пока не придумали имя, опирается что-то там. А Игоря, ой-ой-ой, а не, все нормально. Твою мать. Ой-ой-ой, все. Все, в деревне. Это прям фатально уже. Так, кто это у нас там? А по традиции с машиной, как всегда, вылетает его жена. Ладно, давайте мы с вами побыстрее немного сделаем. Это да, ну конечно, это поосторожнее на ней ездить, потому что как-то и как он, а как... Ну конечно, жена там летает. В дерево, в дерево, в дерево. О, магад. Не повезло Игорю прям. Чё, реально? О, магад, у него жена улетела, укатилась. Так, ну ладно, на Игоре, в общем, остался там где-то. Ну, 25 км в час едет Виктор. Ну ладно. Ой, мы ударились. И, кстати, повреждений... Твою мать! Повреждений почти нет. Твою мать, а он меня догоняет. Все, пока. Ты куда, кстати? Снимать. Ой, слышь, братуха, братухон. Братан, ты как поосторожней-то. Ладно, короче, поехали. Мне на него как-то плевать. А он он назад встает. Сейчас он, наверное, хотит. За такими опасными людьми лучше наблюдать, как Виктор. Ладно, 60 км в час мы с вами едем. Короче, я понял, как на это так вот, чтобы не заваливаться. Но это типа на стрелках, это... Влево-вправо, лево-вправо вот так вот делать. Вот, и машина постепенно станет на колеса. Вот честная логика, 71 км в час по мосту. Так, ну ладно, ну впрочем, топлив, еще нечего бояться-то. Не такой уж прям резкий поворот, твою мать. Резкий поворот. Так, Виктор нас, тем не менее, догоняет еще. Так, ну мы сможем. Реально, не стоит мне как-нибудь падать. Вот это вот чуди техники. Потому что мы как бы уже едем много-много. Проехали мы. Просто больше, чем в те прошлые разы. Мы больше проехали, вот. Так что нам надо осторожно теперь быть, чтобы не потерять ни Игоря, ни его жену, ни машину, ни весь процесс. Так. Твою мать. Сбавляй, сбавляй. Так, кстати, Виктор. Так, Виктор у нас все равно догоняет. У меня есть коварный план. А, ладно. У меня есть коварный план. А, ну нафиг. О, макат! Индейка, у меня есть индейка. О! Стой! Твою мать! Ну куда ты полетел-то, братуха? Твою мать! Надо... О, мой год. Вот так.
Соболезную. Ну, мне как-то сейчас ссорно. Ну, как-никак сам виноват. Чё? Обгонял и не справился с управлением. Я чё, виноват, что ли? Я на даче с женой еду. Я не виноват. Нет. Так. О, Магат, он едет ещё. Как-то он ещё едет. Так, ладно. Я не проехал еще. Мимо. И все, я, короче, так доехал быстро до дачи. До дачи. Вот. Короче, как-то вот так вот. Так, ну ладно. По итогу из машины вывалился Виктор. Вот, а его жена где-то там в машине. Ладно, давайте мы еще дополнительный раунд, потому что это было нечестно. Виктор размотался. Вот, мы с вами честно, мы поедем. Так. Мы сделаем еще один заход. Так, прям жестко отстает Виктор почему-то. Сильно все. Он очень жалеет свою машину. Да. Вот. Ну, короче, мы едем где-то 60 км в час. Да, мы едем. Сейчас прям 61 км в час. Твою мать. Я чуть не перевернулся сейчас. Опасные моменты. Твою мать. Так, Виктор не отстает прям. Нет! Твой, отлично. Привет, Упсик. Ну ты чё, у тебя чё, мозгов нет, что ли? Бадабум. Так как так-то? Всё, мне чё-то бампер не оторвали задний. Ты шо, совсем? Что ли, пупой? Такой секой весь. 60 км в час набираем. Ну, 60 км в час это довольно-таки быстрая скорость для такой маленькой машинки. Чисто как для запорожца, назовем его так. Ой, а я туда вообще поехал? Так-то я туда поехал. Это что-то уже мне заклинило в моей голове, что я попытался куда-то ехать. Виктор вообще не отстает. Но он едет на 20 км в час меньше, чем едет Игорь. Игорь сам по себе любитель скорости, его жену по всей видимости там тошнит. Помогает. Жена Игоря ломает сиденье. Все, в общем, до свидания. Нормально так. Нормально, все размотались. Сиденье улетает. Там все улетает. Ой-ой! Тормози! А, все, короче. Ладно, давай. Бадабум. Все. Смотри, сиденье сидит и наблюдает. Так, ладно. Я как-то меньше всего советую Игорю, потому что у него вечно кто-то из машины вылетает. Но сейчас я меньше всего завидую Виктору. Он летит в дерево. Баба. А, нет. Короче, все повылетали. Там Игорь, не знаю, к сидюсь его жена. Вот вылетела. Да, к сидюсь его жена это была. Стой. Нам надо... Нормально, объехали. Главное не упасть. Да твою мать! Да как так-то? Все, размотался Виктор прямо в начале сам.
Ладно, сейчас просто без аварии надо доехать. Причем нельзя допускать того, чтобы еще и Виктор доехал, потому что это... Твою мать! Да куда тебя несет? Придурок! Пригород! Твою мать! Немного подтолкнули Виктора. Стой! А он Мать его разгадала. Так, мы совсем немного повредились. Жену Игоря уже не тошнит. Твою мать. Ладно. Короче, с Виктором все в порядке и с его женой. Это самое главное. Так, Игорь что-то болтает там ногой. Разговаривает ногой. Так, мостик. Мне бампер что-то вот прям бешеный, особенно задний. Он что-то прям... Как будто бы он на соплях держится, он вечно. Вечно дрыгается. Твою мать. Твою мать! Ай-яй-яй! Все, дерево, дерево. Фатал, фатально вообще. Все, все, ну нахер. Все. И жена его как всегда улетает. Твою мать. Отлично. Так, ну ладно. Ух, стой, стой. Все, нормально, поехали. Дебил. Стой. Нет, тормози. Там уже что-то. Так, ну и конечно, больше все пострадало. Нет, все нормально. Все, не надо мне сейчас падать, переворачиваться. Блин, устал я. Два километра в час, внимание, это бешеная скорость. 40 километров в час, 10 километров в час у нас, ну теперь 20. А, нет, не-не-не. Стой! Ой-ой-ой-ой, всё. Попал. Тут всё пиздец. Ну, зато у нас может ехать Виктор. Хотя, кто его знает. Да, он проехал мимо. Ладно, будем максимально осторожными, реально. Так что... Все, 40 километров в час, не больше, не меньше. Сорок не надо. Блять, ой-ой. Чё-то загляделся назад. Ай. Чуть 50 километров в час не направилось. Отлично. О! Нет, все, твою мать. Все, страшное ТЦП. Два автомобиля улетели. Так, кто это у нас летел? Это по всей видимости жена Игоря, как всегда. Летает она по всей видимости по жизни балерина. Вот. Фаталити. Ф.
futurity. Ладно, в общем. Что-то там засмотрелся. Идти еще далеко. Ой, блин. Заваливайся. У нас большой отрыв прямо, огромнейший. Ой, ай, все. Пожалуйста, на колеса, на колеса. Умоляю, нет. Все, тотал. Давай, бей, просто бей. Вот. Отлично. Жаль. Ай, больно. Фу, блин. Хочу, надо еще ехать. А мне мешают. Мой, дави на газ. Я не газ. Ты что, как тебя зовут? А, Виктор. Витя, это где? Отлично просто. Ладно, но это надо Виктору подтаваться, короче. Все, ладно, поехали без него. По встречке. Батюк потих. Усилились у нас. И бабах. Все. Раслетелись все. Все, даже двигатель или что-то. Нет, это сиденье. Вот. Ой, ой, ой. Ну как же без этого? Все, просто зачем ты точно еще без него? Дрифт, что? Фуф, блин. Все-таки надо вернуть мне старый спидометр. Вернуть мне этот старый большой, потому что он там точную скорость может показать мне. Ай-яй-яй. Сейчас спросим свою скорость. До нуля. Теперь. А, да. Я теперь получается быстрее все равно Виктора, хоть я почему-то и остановился. А, не получится на ноль нажал, типа починить машину. Там такое. А, блин. Отлично. Нормально.
яркими, как говорится. Все, тихонечко. Тихо. Вот, хорошо. Как хорошо ехать на дачу. И болтать с жильей, которую тошнит в сидюсе. Твою мать, вот бы ветер размотался. Хотя можно такую индейку попробовать, чтобы Виктор размотался. Нежелательно, чтобы в таком случае мы сами размотались. Ага, я понял. На сети. Он нас догоняет сзади, но перестраивается на встречку, он летает в деревья. Отлично. Все просто молодцы. Игорь и его жена. Все нормально. Все нормально. Надо сделать так, чтобы хотя бы завалился Виктор, хотел сказать Игорь. Сзади он. Хатсон чуть-чутко заваливается он, наш сын Виктор. Нет! О! Аня, все в порядке, все в порядке. Все в порядке, он сам размотался. Все. Так, ладно. Есть, мы доехали. Да, Виктор уже хочет вылезти и пойти в огород прям по дороге, по пути. Все. Отлично. Твою мать, а что с этим уже? А, все, этот уже размотался. Эх ты, бедняжка моя. А, нет, дверь. Сейчас конкретно сам корпус. Машину. Саму машину. Ой, о, господи, Виктор летает уже по всему салону. Жена его тоже вылазит. Ну, куда ты едешь? Короче. Короче, о, мага, сетка летает. Вот этот багажник. Крышевой. Ой, господи, да где это есть? Да что ж стало не так-то, а? Ладно, в общем, сейчас как раз сделаем. Так, ну ладно, в общем, видите, сидит, жена его что-то на него смотрит. Эх, вы, бедняжечки мои. Так, кто-то у нас, я даже не могу понять, кто это уже вылазит, а там кто-то. Не знаю, и по всей вести кто-то еще вылетел там. Ладно, сейчас снимем и все охрененно. А, отлично. Самая крутая, конечно. Что это сейчас? А, это фотоаппарат. Я думал уже дерево ломается там. Бляш моя. О, мака белка, летяга. Белочка моя. Ладно, в общем, будем заканчивать на этом. И так уже только катаемся. Все. До свидания.